С праздником 8 марта! Этот день называют днем любви, красоты и рыцарства. На протяжении многих веков образ женщины, ее очарование, загадочность, склонность к самопожертвованию были предметом восхищения и величайшего преклонения. Как бы хотелось разгадать тайну женского сердца. Я женщина, и значит, я актриса. Во мне 100 лиц и 1000 ролей. Я женщина, и значит, я царица, возлюбленная всех земных царей. Я женщина, и значит, я рабыня, познавшая соленый вкус обид. Я женщина, и значит, я пустыня, которая тебя испепелит. Я женщина, сильная по неволе, но знаешь, даже если жизнь борьба, я женщина, я слабая до боли. Я женщина, и этим я права. Я женщина, я просто вспышка страсти, но мой удел — терпение и труд. Я женщина, я то большое счастье, которое совсем не берегут. Я женщина, и этим я опасна. Огонь и лед навек во мне одной. Я женщина, и значит, я прекрасна с младенчества до старости седой. Я женщина, и в мире все дороги ведут ко мне, а не в какой-то Рим. Я женщина, я избранная Богом, хотя уже наказанная им.